Всем привет на канале Килка, возможное прохождение игры Амнезия, призрак прошлого. Что-то подвисает. Щит. Так, окей. Где же у нас было это? Да, вот мы закончили опять в кабинете. Никак не успеваю пройти уровень. Стоп, какой я включил профиль? Да, Килка узнал 6 YouTube включен. Извиняюсь за долгую подготовку. Но у меня были проблемы с Фрапсом, и поэтому у меня не выходили долгое время видео. Так, сейчас мы увидимся с вами далее. Сейчас должно загрузиться. Ждем. Ну, отлично. Так оно не должно виснуть. Но надеюсь, у вас не будет виснуть. Так, заряжаем. Да, отлично. Берем эту фигню. Что-то у меня странно подвисает. Так, сейчас мы зажгем один раз фонарь, чтобы оно отвисло. Отлично. Подбираем стержень правого, правого цикла. Эту фигню. Добавляем фонарик. Так, перепрыгиваем аккуратно, мне что-то подвисает сегодня. Раньше такого не было. И уходим. Мы, конечно, пропустили две трудницы. Ждем. Сейчас будет не до отдыха. Мой ненавистный уровень. Сейчас мы увидим монстра. Да, такое бывает.
это не хочу. Окей, ну наконец-то. Чё же оно так подвисает, а? Чё же так виснет? Вчера так оно не висло. Дверь советую вам закрыть. И теперь выключаем свет. Идем на проверку. Подождем еще 2 секунды. Вроде бы нету. Ну и пошли. Тут его не будет. Тьма приближается. Нам надо приготовить дрель сделать. Так, не забудьте заглянуть здесь в сундучок. Тут вы найдете 3 вещи. Взяли. Почему же так виснет? Сейчас еще 3-ю надо найти часть. Подобрали бомбу. Yeah.
Пожалуйста, пожалуйста, отпусти, я никому не скажу, клянусь, я просто хочу. Самое стрёмное будет, если мы будем бить, на тебя монстр нет. Зачем ты это делаешь? Вот зачем он это делает, а? Тут советую вам не забыть взять масло. Пошли дальше. Там в одной комнате монстр, ее открывать не будем. Да, зачем нам геморрой? Сейчас мы вернемся. Так, мы продолжаем. Щит не зажигается. Теперь сваливаем. Посматриваемся, есть ли здесь монстр или нету. Ну, пошли. Вроде бы ушел. Я знаю, он будет там сейчас. Он нас видел, сейчас мы сказали. Он будет наверняка дверь ломать.
Кошмар. И хасл из Индавел, я ненавижу этот уровень. Музыка говорит, что его нет. Сейчас проверим. Тихо. Его вроде бы нет. Уходим. Наш персонаж не может оставаться в темноте. Включим свет, нас увидит монстр. Увидит, так увидит. Окей, пошли. Музыка говорит, что его нет. Фух, я уже думал то, что он от меня деньги требует. Я бы ему не дал. Он хорошо работал. Хорошо, сейчас тогда починим лифт и на этом закончим. Да, я скопировал. Ну, выхожу. Лифт. Он даже беляхин. Вы. Так, берем это и это. И пошли.
Монстра не будет дальше. Кстати, двери за загон мы будем закрывать. И пошли в машинное отделение. Так, сейчас сначала починим давление. Я это наизусть уже знаю. Я это пятый раз, наверное. Так. Пытаюсь все починить. Так, вроде бы было... А, это тоже вниз. Да, починили. Сейчас вставляем стержень. Тут можно понять. Троячный, значит, треугольник. Четырехфазный, значит, четырехугольник. И последний. Паровой. Логически подходит туда. Правильно. Записки читайте сами в игре. Мне это не интересно. Ой, мы кое-что забыли. О, тут мы тоже кое-что забыли. Так, мы пошли дальше. Да, фигня не будет. Последняя. Вставляем сюда. Теперь нужен уголь. Yes, Nesquik. Насквик кладем в печку. И последний насквик, то есть третий. Я кола, уголь называю насквиком. Гоу. Какашки. Okay.
перепрыгиваем, сваливаем, и сейчас быстро бежим, чтобы не попасть под дождь. Потянулись. Все, и бегем, бегом, 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 без вопросов. Успели. Остальное продолжим на следующей неделе. С вами был я, Кьюпл 06, с моим прохождением игры Амнезия, призрак прошлого. Бай-бай.